места занять извольте. Сейчас начнется котельон. Пожалуйте. Танцуешь, Ленский, чай Гарольдом стоишь каким-то. Что с тобой? Со мной ничего, любуюсь я тобой. Какой ты друг прекрасный! Каково? Не ожидал признания такого. За что ты дуешься? Я дуюсь, о, немало. Любуюсь я, как слов своих игрой и светской болтовнёй. Ты кружишь головы и девочек смущаешь, покой душевный. Видно, для тебя одной Татьяны мало. Из любви ко мне ты верно хочешь Ольгу погубить, смутить ее покой, а там смеяться над ней уже. Ах, как честно это! Что? Да ты с ума сошел! Прекрасно! Меня ж ты оскорбляешь, и меня же ты зовешь помешанным. Что такое? Онегин, вы больше мне не друг. Быть близким с вами я не желаю больше. Я презираю вас. Послушай, Ленский, ты не прав, ты не прав. Довольно нам привлекать внимание нашей ссорой. Я не смутил еще ничей покой и признаю, желания не имею его смущать. Тогда зачем же ты ей руку жал? Шептал ей что-то, краснела, смеялась она. Что? Что ты говорила? Послушай, это глупо, нас окружают. Что за дело мне? Я вами оскорблен. И сатисфакции я требую. Что дело? Расскажите, что случилось? Просто я требую, чтоб господин Онегин мне объяснил свои поступки. Он не желает этого, и я прошу его принять мой вызов.